Я знаю, що ви ведете дуже резонансні справи, і от остання справа, я так розумію, була така дуже така напружена, це щодо співробітника СБУ. Розкажіть більш детально, що там коїться, що там, які там є важкі моменти, і чому наразі такий резонанс саме до цієї справи? Ну, на самом деле, для меня это дело тоже является пилотным проектом. Я ранее никогда не представлял в уголовных процессах потерпевших. В основном я работаю со стороны защиты и защищаемся от обвинения. В данном случае ко мне позвонил житель Авдеевки, друг погибшего, и попросил меня принять участие в данном уголовном деле на стороне потерпевших. Суть дело заключается в том, что в марте 2017 года сотрудник Службы безопасности Украины, майор Федорчук, при соучастии еще двух военнослужащих, выкрал, а затем убил мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина. Да, без суда, без следствия. Просто... Абсолютно. То есть это было абсолютно циничное убийство. После этого, через 10 дней, я хочу отметить, тело Еремина оставили в придорожной полосе, выкинув из машины. После этого, через 10 дней, тело было найдено. И проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, кто, когда и каким образом совершил это убийство. Майору Федорчуку, который проходил службу в регионе, проведения антитеррористической операции, было предъявлено подозрение, и в отношении него нужно было избрать меру пресечения. Так вот, уже 16 марта во время рассмотрения Дружковским городским судом ходатайства 2017. Сейчас пока речь идет о 2017 году, это именно о совершении данного убийства и о том, что происходило в короткий промежуток сразу после убийства. Так вот, майору Федорчуку предъявили подозрение и обратились в суд. Военная прокуратура обратилась в суд, Дружковский городской суд, с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. И вот на суд явились высокопоставленные чины из Службы безопасности Украины и провели соответствующую воспитательную работу с председателем суда Дружковского городского по фамилии Малибога, который, рассмотрев ходатайство, удовлетворил его, постановил содержать Федорчука под стражей, но абсолютно без мотивировки, абсолютно без объяснения причин, установил сумму залога Федорчуку в размере 300 тысяч гривен. Эта сумма была внесена буквально в течение 2 недель, и с тех пор Федорчук находится на свободе. Изюминкой данного процессуального решения является то, что Федорчук по сей день даже не был отстранен от несения службы. Он не был выведен в распоряжение. Первые лица в Службе безопасности Украины до сих пор покрывают Федорчука. На мои многочисленные обращения... А кто сам из вас, с вашей точки зрения? Есть непосредственные начальники, я отмечу, что Федорчук работает в департаменте контрразведки, начальник департамента контрразведки, начальник управления военной контрразведки, в которой работает Федорчук, и, естественно же, нынешний председатель Службы безопасности Украины. Я думаю, что он это сделал по незнанию вопроса, однако мое обращение к нему непосредственно лично было перенаправлено на начальника управления, в котором работает Федорчук, и, естественно же, мне ответили, что ничего не знают о том, что Федорчук 2 года привлекается к уголовной ответственности. И это еще одна... А вот просто, если зайти на сайт суду, там немає информации? Есть информация. Более и все одно не бачать. Да, более того, прокурор военный, который поддержит обвинение в данном производстве, неоднократно обращался в Службу безопасности Украины и уведомлял Службы безопасности Украины о том, что привлечению к ответственности подвергается их сотрудник, майор Федорчук. Однако это не помешало майору Федорчуку не только удержаться на службе, но и продолжать нести службу, иметь доступ к государственной тайне и к табельному оружию. Именно это и обуславливает следующий момент, а именно осуществление серьезных препятствий к осуществлению производства в данном уголовном деле в суде.
Я отмечу, что обвинительный акт в отношении Федорчука, которого обвиняют уже в совершении убийства с особой жестокостью предварительно похищенного человека и в превышении служебных полномочий, то есть часть 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины. Так вот, обвинительный акт был передан в Дружковский городской суд в октябре 2017 года, и с тех пор 2 года суд рассматривал данное производство. 23 заседания было назначено, из них состоялось только 8. Все это время Федорчук находился на свободе, и прокуратура не обращалась в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения. Ну, тут 2 роки, 8 судовых заседаний. Да. Абсолютно всех устраивало, абсолютно всех устраивало. Одно заседание десь 3 месяца. Получается, да. Одно заседание где-то в 3 месяца. Еще навіть нема вироку першої інстанції. Нет, конечно. Более того, мы начали процедуру рассмотрения данного производства сначала. В связи с чем? При ознакомлении с материалами, когда я принял для себя решение представлять интересы потерпевших, а это мама погибшего и брат погибшего, ознакомился с материалами производства и вскрылась ситуация, по которой было очевидно, что суд для рассмотрения данного производства был избран незаконно, с определенными манипуляциями при автораспределении. После этого был заявлен сразу же отвод. Дружковский городской суд этот отвод удовлетворил, и дело через Донецкую апелляцию попало в Краматорский городской суд. И здесь началось самое интересное. Я отмечу, что на протяжении 2 лет Федорчук даже не удосужился ездить в заседание Дружковского городского суда для того, чтобы участвовать в процессе. Он все это время наблюдал за процессом из здания Соломенского районного суда города Киева, поскольку суд ему разрешил принимать вот участие по видеоконференции. Вот заседания, так да. Разумею. Да. Справу затягивают. Абсолютно. Нереально. Абсолютно. Таким чином вырок можно утримать руки через 10. Дело в том, что по данным статьям, которые инкриминированы Федорчуку, привлечение к ответственности может происходить на протяжении 15 лет. Из этих 15 лет 2,5 года успешно потрачены без каких-либо последствий для Федорчука. И я полагаю, что судебная система в Украине при содействии Службы безопасности Украины, при попустительстве военной прокуратуры имела намерение протянуть это производство как можно дольше для того, чтобы в течение 15 лет не привлечь человека к ответственности. И на этом все. Я считаю, что мы осуществили определенные мероприятия в Краматорском городском суде. Я не позволил просто так проводить заседание в режиме видеоконференции. Вчера был заявлен отвод, он удовлетворен. И сейчас будет сформирована новая коллегия судей для рассмотрения данного производства. Я считаю, что обязательно в ближайшее время будет сформирована новая коллегия и обязательно будет рассмотрено наконец-то ходатайство об изменении меры пресечения Федорчуку, которое подала уже военная прокуратура, понимая, что резонанс в данном производстве будет серьезным. Мали право судьи за насильницькие злочины вносить суму заставы? Чи у них юридично такое право есть, чи нема? Юридически есть право у суда не определять размер залога по насильственным преступлениям. Именно так и указано в статье 184, не визначати розмір застави. Но, опять же, идет конкретная норма закона, что в данном случае, если определяется залог по насильственному преступлению, суд обязан определить и указать и мотивировать, почему он дает конкретную сумму залога, почему в таком размере и какие обстоятельства для него были важны при определении альтернативной меры пресечения. В данном случае мы видим в определении просто строчку. Вызначенный размер заставы 308 тысяч гривен. И в частной беседе с Малибогой он сказал мне, что мне конкретно угрожали и светили тут и погонами, и оружием. Ну, говорит, я сделал то, что мог. Судьба, дальнейшая судьба господина Малибоги, она незавидна. Он сам в скором будущем был пойман
на взятки, и сейчас уголовное производство в отношении него тоже рассматривается в суде. Угу. Есть определенные нюансы, однако это все не имеет значения. Мы говорим о том, что уже на протяжении более 2,5 лет не можем начать. Зрозуміло. А от як конкретно, за що саме вбили цю людину? Тобто, я так розумію, що там якась комерція була, чи просто хотіли там Україну від Путіна захистити? Ні. Ну, тобто, які обставини? За що? Абсолютно бытовая ситуация. Значит, в обвинительном акте четко указано, что майор службы безопасности Федорчук с целью искусственного наращивания показателей борьбы с незаконным оборотом наркотиков подошел к ранее незнакомому ему Еремину и предложил за небольшие деньги продать ему наркотическое средство, а именно каннабис. Через некоторое время Еремин предоставил ему такое средство, был тут же по обстоятельствам дела задержан Федорчуком, помещен в соответствующий автомобиль и вывезен за пределы города. Дальше Федорчук, наверное, хотел поработать с Ереминым относительно того, кто тебе дает эту траву, где ты ее хранишь, где ты ее достаешь. Но работал, видать, так серьезно, что просто забил его ногами до смерти. Поэтому в обвинительном акте изложены обстоятельства производства и обвинения. Федорчук сначала давал показания о том, что он в данный день, когда произошло убийство, вообще находился в другом месте. Однако есть биллинги телефонов, есть показания свидетелей, которые говорили, что Федорчук пытается уйти от ответственности и предоставлять правдивые показания, в результате чего он просто отказался в дальнейшем давать какие-либо показания, и сейчас мы не знаем его показания.